только не мыться! Не хочу! Ну вот, говорил же, не надо по лужам скакать. Для чего тогда лужи? Добавим пены. Да тут пенная вечеринка! Чего не танцуем? Такое ощущение, что музыка играет у меня в голове! А ну-ка, селфи! Это же смарт-комп хозяина! Хозяин забыл вытащить его! Его нельзя мочить! Он сломается, а я потеряю все знания мира! Да ладно тебе! Некоторые современные смарт-компы мочить можно. Расслабься! Бери пример с этой танцующей рубашки! Так, секундочку. А с каких это пор рубашки умеют веселиться? Ой, котик! А его-то кто сюда закинул? А теперь плаваем. Так, а это уже нехорошо. Котика надо спасать. Забрался в кучу одежды, а его и не заметили. Глупый. И почему все считают, что кошки умные создания? Молли, надо с кем-нибудь связаться, чтобы нам помогли. Так, кому бы отправить? О, мама! Та-дам! Ой, котик! Котик, держись, сейчас я сделаю тебе скафандр. Поехали! Ну-ка дай! Осталось переждать стирку. Главное, чтобы скафандр котика никто не повредил. Да кто его тут может повредить? Ну, например, это кофта акула! Сюда! Видели? Хорошо, что успели убежать и спасти котика. Так, секундочку, а где котик? Вы видели, какая она здоровая? Сейчас она забрала котика, а что, если теперь попытается добраться до нас? Рюк, а ты умеешь успокоить. О, нет! Она сейчас еще и смарт-комп съест! Смарт-комп! Ну нет, рыбешка! Смарт-комп хозяина я тебе точно не отдам! Ах ты, селедка! Дай я тебе! А ну, верни нашего котю! Иди в мои сети. Что же делать? А? Гениально! Котик, прости, что я назвал тебя глупым. Отжим!
Да бог с ним, с телефоном. Главное, пушистик цел. Да, Ботя, жалко, конечно, твой умный смарт-комп. Ничего, мама Алекса права. Смарт-комп можно починить. Главное, чтобы по-настоящему умное создание не пострадало. Это ты про котика? Ну, может, и не прямо самое умное. Снова мыться! Ой! Эй, куда лезешь? Где-то я тебя уже видел. Ха, ну ты пугала. Эй, отдай сюда! Эх, хулиганьё, вот в наше время. Ха-ха! Хозяин, погоди! Это ранец-самозванец! Бу! О! На кого засаду устроил? Увидишь, будет весело! Погнали! Пчелы! Ботя решил заняться спортом и сел в лужу. Не смешно! Да брось, Мотя! Айда с нами охранника скотчем к стулу привязывать. Скотч липкий. Я проверила. С каких это пор Рюк стал хулиганом? Еще и Моти меня назвал. А может, это не Рюк? Это все, конечно, весело, но мне пора к моему хозяину! Эй, отпусти! Ты не мой человек! Цель обнаружена. Где моя рогатка? И что ты там увидел, умник? Мальчики, вы чего? Вали! Это не настоящий Рюк! Мотя, видимо, переучился. Во-первых, я Ботя. А во-вторых, у меня есть доказательства. Вот, смотри. Рюк, подпевай. Рюкзакам за спиной не видно дороги. Поднимайте выше ноги. Классная песенка. Спасибо. Но Рюк не любит мои песни. А ты кто такой? И куда дел Рюка? Осторожно! А ну стой! Самозванец! Ботя! Молли! Я вам сейчас такое расскажу! Расскажешь, расскажешь. Лови его! Хватит мычать! Не хочешь говорить, где Рюк? Значит, Ботя, а прочитай ему самую скучную главу из своей энциклопедии. Наименьшая частица химического вещества отражает его качество. Ну это уже слишком! Рюкзакам за спиной не видно дороги, выходя за порог не спаси. Все, Молли, хватит! Ботину энциклопедию я еще вытерплю, но только не твои песни! Ура! Это Рюк! То есть он стал таким, потому что у него ужасный хозяин? Даже жалко его.
Теперь себя пожалеете. Открой! Мы знаем, как тебе помочь! Себе помогите! А как же наша дружба? Наша чего? Лично мне с тобой было весело. Тебе просто нужен любящий человек, а не этот маленький голодный монстр. Неужели я кому-то нужен? Конечно! Я даже знаю, кому! Теперь все будет хорошо. Ага, только осталось приклеить кого-нибудь к креслу. Перестаньте, я пошутил! Это я, Рюк! Хе-хей, догоняйте! Эй, подождите! Вау! Как же тут здорово! Чувствую, сегодня повеселимся! Вот и повеселились. Немедленно выпустите! Мне нужно принять ванну с цветными шарами! Это бесполезно, Молли. Теперь нас заберут только когда хозяева наиграются. Я не могу тут так долго находиться! Ты чего, Ботя? У меня боязнь замкнутых пространств и темноты! Ботя, успокойся! Нечего бояться! Ой, как будто ты никогда ничего не боялся. А вот и не боялся. А как же та история с больницей? Забыл? Пока не найдем лекарства, Рюк побудет на карантине, а то от него могут заразиться другие рюкзачки. А, так вот почему у меня на лямках и у Боти на спине такие точки. Объявляю вишневую эпидемию! Ботя, ты в порядке? Мне точно нужна тетушка-аптечка. Но сначала мы изобретем лекарство от этих вишневых штук. Почти готово. Прежде чем дать лекарство Рюку, нам нужно провести испытание этой жидкости. Я как раз возле школы видел одного пятнистого. Бежим! Рецептура несовершенна. Рюк! Открой! Отстань! Фу! Ну чего пристал? Фу, пёс! Ну и ну! Рюк, он же тебя вылечил! Ага, попались! Тётушка-аптечка, а мы уже здоровы! Все ясно. Хозяин положил в кармашек вишневое мороженое, вот оно и растаяло. Ну все же обошлось, потому что вы пришли на помощь. А мне сейчас тут никто не может помочь. Я знаю, как тебе помочь. Помню, как-то в школе в кладовке случайно закрылся малыш Ви. Помогите! Вытащите меня отсюда! Мне страшно! Малыш Ви? Без паники.
Чтобы успокоиться, достаточно просто спеть. Спеть? Если ты, дружочек, боишься темноты, под одеялом прячешься, как под землей кроты, то ты представь, что в темноте на сцену ты идешь. Ведь ничего не страшно, когда песенку поешь. Ведь ничего не страшно, когда песенку поешь. Когда песню ты громко поешь. Все, хватит, мы поняли. И правда отвлекает. А что потом было с малышом Ви? С малышом? Понятия не имею. Может, до сих пор там сидит? А вдруг и мы тут останемся? Внимание! Через 10 секунд все ячейки будут уничтожены. Повторяю, через 10 секунд все ячейки будут уничтожены. Как же страшно! Откуда свет? Еще и стена холодная. Так если это обычная стена, то с другой стороны у этих ячеек нету стенки. Значит, если использовать силу тяжести, то... Я понял! Ребята, по одному мы отсюда не выберемся. Нам нужно дружно разбежаться, перевернуть все эти ячейки. Готовы? 3, 2, 1. А теперь попробуй побить это! Это был голос игрового автомата? Ячейки уничтожены! Ну вот видишь, Ботя, зря мы только всего боимся. Оказывается, ничего страшного нет. Слушайте, а может, пока хозяев нет, сходим в комнату страха? Мы вместе пойдем? Тогда я первый! Эй, подожди нас! Ух ты! Твой рюкзачок умеет петь? Рюк, одолжи-ка наушники, а то я сейчас оглохну. Кто-то завидует моему таланту? Кто-то выскочка. А талантливых у нас и без тебя хватает. Покажи мне тут хоть одного, кто талантливее меня. Микрофон в студию. Наших гостей на шоу «Звездные лямки». Встречайте нашу первую участницу Элли с номером «Лебедь на льду». Нужно рюкзачков, чтобы вкрутить лампочку. Кошелек, не чемодан. До школы не донес банан. Все автографы после выступления. Молли, тут такое дело. Тебе не кажется, что ты, ну... Отговори ее по-умному. Молли, талантливый рюкзак талантлив во всем. Может, тебе следует попробовать себя в чем-то еще? Точно! Мне стоит сменить репертуар!
как же это прекрасно! Камсамнида, саранео! Эй, я здесь! Ничем она до школы не донес банан. Под школьной партой все крючки займут крутые рюкзачки. Вы правы, ребята. Против ее вокала у меня нет ни малейшего шанса. Молли, не вешай ушки. Я знаю, кто тебе сможет помочь. Попросим помощи у твоей сестры. Рут? Рут, нужна помощь. Мне надо спеть песню, с которой я смогу победить Малену в конкурсе талантов. Спокойно, Зефирка. Я слышала, как ты поешь. Не переживай. Это мой долг помочь им. Им? Кому им? Твоим бедным слушателям придется записать суперкрутую фонограмму. Добавим эффектов. Запись готова. Удачи тебе, сестренка. Теперь победа у тебя в кармашке. Рюк за дамы и господа. А сейчас встречайте Молли. Попробуй-ка спеть это! Я не умею танцевать, готовить тоже не люблю. Но хочется поверить мне, что замечательно пою. Нашла свой стиль, таков и ток. С друзьями вместе играем рок! Друзья? Спасибо вам за помощь! Благодаря вам я нашла свой стиль! Знаешь, Марина, ты хорошо выступила и по праву заслужила эту медаль! Спасибо! А, Молли, конечно, и она мне очень идет! Я прям королева красоты! Ах так? Сейчас мы выясним, кто тут королева красоты! Сланцы-вранцы! Надо счет сравнивать! Ребята! Это скучнотища! Говорят, в кабинете информатики появились новые штуки! Молли, это же финал городского турнира против спортшколы! Без нашей поддержки хозяева не выиграют! Да ну вас! Пойду сама в этот кабинет! Вот это крутотень! Клонитатор. Ничего не понятно, но так круто. Да ты же моя близняшка. Блестяшно! Бежим скорее к Рюку с Ботей. Они подумают, что от баскетбола в глазах двоится, и пойдут с нами веселиться. Еще не надумали оставить этот скучнобол? Молли, отстань! А ты пойдешь? Молли, не мешай!
Подожди, откуда у тебя близнец? А я предлагала пойти в новый кабинет, вы не захотели. Теперь ходите как лузеры, без близнеца. Молли, да это же опасно. Хозяйка вас перепутает и заберет домой клона. А ты навсегда останешься в школе. Нет! Нетушки! Так, сестричка, пошли все исправлять. Вон та штуковина делает близнецов. Перед вами новейший принтер Клонитатор 2000. Чтобы избавиться от клонированных вещей, они должны пройти через клонитатор с обратной стороны. Отлично! Проведем вторую Молли с обратной стороны и возвращаемся в спортзал. Близняшка, смотри, сколько теперь нас! Стой, сестричка! Иначе нам будет чересчур весело! Школа не выдержит столько Молли! Бодя, нам надо срочно от них избавиться! Ой. Нам втроем не справиться! Давай тогда тоже клонируемся и остановим их! Рюк! А что, если наши клоны будут за них? Ура! Это для ваших человек. Спасибо. Откуда у тебя столько? Ой, да у меня теперь их вообще завались. Упс. А ну, стоять, Молли! Ого, сколько зверюк! Что может быть лучше выездного урока в зоопарк? Разве что это пупупусечка. Ну да, он милаха. Же он. Отойди. Какой красивый. Да это же настоящий инопланетянин. А глазки прямо в душу смотрят. Молли, это хамелеон. Он из семейства ящеров. Так что никакой он не инопланетянин. Вот. Инопланетянин. Видали,
чего он умеет? Хочу такого домой. В комнате убираться. Ну нет, Молли, они столько не едят. Если хочешь жить у меня, просто моргни. Идем. Опа! Идем кормить панду. Руки вверх! Зоополиция! Молли, зачем ты его взяла? Чтобы очистить этот городишко от мусора. Молли, и сколько мусора он уже съел? Ну... Молли, животных нельзя кормить мусором! Инопланетяшных можно! Это обычный хамелеон! И, кажется, ему не здоровится. Да ладно вам, ему просто скучно. Знаю, необходима срочная порция катания на аттракционах. Не переживай, инопланетная штуковина. Я знаю, что тебя взбодрит. Крышесносный уничтожитель 3000. И где теперь ее искать? Это определенно надо повторить, Тири. Молли, что ты наделала? Но я же пыталась помочь. От твоей помощи ему только хуже. Ой, да ладно. Если бы ему правда было плохо, он бы дал какой-нибудь знак. О? Ой, как вы думаете, это знак? Ладно, не говорите, да, это знак. О чем ты думала? С ним явно что-то не так. Откуда ты знаешь? У инопланетян? Молли, это не инопланетянин! Ну вообще, хамелеонам свойственно менять свой окрас. А! Ладно, это уже ненормально. Сейчас все исправим. Может, тебе попить газировки? Зачем вместе с бутылкой? Мы же с тобой уже поняли, что от мусора тебе становится плохо! Он сейчас рванет! Без паники! Я знаю, что делать! Спасайся, кто может! Молли, ты в порядке? Миссия выполнена. Эх, жалко, что ты не инопланетянин. Ну что, куда дальше? Не в мою смену. Эй, стоять! Ты о чем вообще думал? А если кто-то из животных это съест? Ладно, пойдем посмотрим, как там панда.
добро пожаловать! А вот здесь мы делаем уроки, здесь мы едим, а здесь мы спим. Вау! А там что? А, это старые вещи моей сестры Рут. Она выросла, и все это досталось мне. Но это хлам. Кроме вот него. Знакомьтесь, мистер Единорожка! Можно с ним поиграть, а? Можно? Хорошо. Только лямки отряхните. Ну что ты как маленький? Я посмотрю и сразу отдам. Мистер Единорожка! Ой. Ну вот, вы зашвырнули его на сторону Рут. Он потерян на веки вечные. И моя хозяйка не сможет без него уснуть. Или придется нам самим сходить и вернуть мистера Единорожку назад. Даже не знаю. Выглядит так, будто нам там не рады. Не говори глупости. Это ж моя сестренка Рут. Конечно, нам рады. Мистер Единорожка! Как это вообще может нравиться? Да и не похоже, чтобы тебя волновала судьба мистера Единорожки. Ну, вообще, по правде, мне сюда нельзя. Рут запретила трогать ее вещи. Молли! Так, больше ничего не трогаем. Забираем мистера Единорожку и уходим. Но у нее столько всего интересного. Оно такое блестящее и странное. И блестящее. Ладно. Мистер Единорожка, ты где? О! Фу. А! Ну привет, сестренка. Зачем пришла, Зефирка? В моих краях не место для таких малявок, как вы. О, мой браслет? Сколько раз я говорила не трогать мои вещи! Ну и забирай. Нам все равно на твои эти крутые, блестящие штуки. Отдавай мистера Единорожку, и мы уйдем с этой свалки. А ты отбери. Конец. Рюк, она же не станет слишком уж обижать Молли. Получай! Будешь знать, как трогать мои вещи! Эй! 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 Не смей обижать нашу подругу! О-оу! Молли, осторожно! Делать с моей милой сестренкой? Есть одна мыслишка. Так, ребят, что у вас есть? Нужно все! Малявки, вам это не поможет против моего суперудара! Оля! Ну берегись, крутая, прекрасная... Рюк! Злая Рут! Ага! Когда ты появилась, все мои любимые игрушки достались тебе. Даже мистер Единорожка!
Я не знала, что все эти вещи так тебе дороги. И мистер Единорожка. На, возьми. Правда? Ну, конечно. Мы же семья. Ладно, Зефирка. Если хочешь, можешь иногда брать мои вещи. С моего разрешения. Знаешь, предлагаю просто носить его по очереди. Супер! Понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу мистер Единорожка у меня. Молли, ты порвала темного лорда. Ну, берегись. Ну, хорошо, хорошо, уступаю вторник и пятницу. С моим человеком мы круто проводим время. И наше самое любимое место – это школа. Человекам очень нравится это место. Привет, Рюк! Иначе зачем им сюда ходить каждый день? Как видите, в школе никому скучно не бывает. О, Ботя, привет! Здравствуй, Рюк. О, Ботя, что это? Дырка? Где? А, убери ее! Тебя теперь перестанут беречь! И будут швырять. Или класть тебе всякую гадость. Или вообще унесут в лес. Тебя теперь украдут инопланетные инопланетяне. Или ты станешь... гаражной сумкой! Не хочу гаражной сумкой! Послушай, Ботя, не переживай! Я придумал! Мы прямо сейчас с тобой отправимся к мудрейшему! Он подскажет, что делать! Так по школе нельзя ходить во время урока! Вдруг нас поймают! Не время отпускать! Лямки! Я подумала, что без меня вам будет скучно. Ну да, сейчас прям веселее стало. Смотрите, кажется, мы пришли. Я знаю, зачем вы ко мне пожаловали. Если уступаешь на путь без указателя, есть вероятность пройти его... Это что, дырка? Да. Это дырка! Подскажите, что нам делать? Ладно, да, это, конечно, неприятно, но запомните, главное не падать духом, ведь самое ценное внутри каждого из нас. Здорово он, конечно, вот это все сказал. Ага. А кто-нибудь понял, что он сказал? Там было про не падать и про ценное внутри. У кого-нибудь есть внутри что-нибудь ценное? У меня есть. Кисточка, какая-то штука, старые бусы моей хозяйки. Кажется, я придумал. У тебя есть еще? Думаю, нам нужно будет много. В общем, слушайте план. Я и Молли после звонка на крыльцо школы. Ботя, от тебя нужно просто крепко обнять хозяина.
А теперь бегом в класс, остальное расскажу по пути. Давай, Молли, не жалей! Тогда хозяин Боти как шлепнется, а Ботя примет удар на себя. И тогда он герой, а не гаражная сумка. Кажется, идут. Прячемся. Ну что там, что там? Посмотри. А ну, кыш! Брысь мои бусы! Я вас запомнила. Ботя! План не удался! Нет! Ботя, осторожно! Хозяин! Ценное внутри! Самое ценное внутри меня! Я понял! И пусть я стану гаражной сумкой, но все равно спасу тебя, хозяин! О, привет, песик! Ха, где это я так? Ну ничего, дома починю. Хорошо, что у него внутри оказалась линейка. Нет, хорошо, что у него внутри оказалась храбрость. Пятерочка, пятерочка, пятерочку за пение пятерку получила. Пятерочка, пятерочка, пятерочку за пение. Лиза, за пение, ты мешаешь читать. Пение, Лиза, получила. Лиза. Ну вот, теперь голодной останусь. Ну уж нет. Иди ко мне, пирожочек. Эй, верни! Это не твое! Что упало, то пропало. Что пропало, то мое. А что будет есть моя хозяйка? Люди берут еду оттуда. Молли, что ты задумала? Вперед! На запах пирожочка! Если бы я был пирожком, куда бы я пошел? Эй, пирожки! Вы где? Пирожочки ищем! Да, а у вас есть? У меня все есть. Загляни и увидишь. Ботя, скорей! Нас нахально швырнули. А это что? Это мое снежное королевство Антарктида. Может, слышала? Подождите, так в нашей школе есть дверь в Антарктиду? Это тропические фрукты и всякие дары моря. Я сохраняю их в лучшем виде. Здравствуйте, а вы не видели? Такая розовая, ушастая. Упаковать! Ой. А это мой дворец. Ах, милая леди, я никогда не видел столько карманов, а эти кнопки из нержавеющей стали. Само совершенство! Само совершенство? Мне никто никогда не говорил таких слов. Так вы согласны принять мой подарок? Спасибо вам за пирожочек! Зачем вам этот глупый пирожок, когда вся Антарктида у ваших ног? Примите, моя королева! Ой, это мне, Молли, королева Антарктиды. А
кто король? Мое величество, Пак-Пак 535-й собственной персоной. Вместе мы будем править. Это все так приятно. Но в школе меня ждет моя голодная хозяйка и мои друзья. Так что мой король никак не сегодня. А где тут выход из вашей Антарктиды? Молли, оживай! Кто ты? Добрый рюкзачок. Я Рюк? Ты что, меня не узнаешь? Что они с тобой сделали? Что Молли, что не Молли, все равно. Не спи, нам нужно уходить. Моя королева, надеюсь, теперь-то ты передумала? Из плена безумного короля Антарктиды! Вот! Пак-Пак 536-й на трон заступил! Спасибо. Рюк, караул! Мы не подготовились! Снова контрольная? У Молли скоро день рождения. Как поздравлять будем? Сделаем сюрприз. Главное, чтобы Молли не узнала раньше времени. Чего-чего я не должна узнать? Я тут кое-что вспомнил. И мы с Рюком решили... Решили кое-что обсудить вдвоем. Высота 3 Рюка. Ширина 1 Ботя. Здравствуйте! Я шериф Молли Его. Я готов охранять ваш секрет от красотки Молли. Молли, кажется, твой план расклеился. Ай-на-не-на-не! Я гадалка Молита. Дай колянку, милок, всю правду скажу. От подружки у тебя есть секрет. Принесет он тебе много бед. Если честно, я скрываю от нее, что она очень плохая гадалка. Ай!
Меня зовут доктор Мализабет. Ваша подруга сильно больна. Я бы сказала, безнадежно. Молли! Не плачьте. Она поправится, если секретик свой расскажете. Есть у нас один секрет. Но Молли о нем никогда не узнает. Ну, я вам устрою жадины секретов. Минуточку внимания. У меня сегодня день рождения. Я хочу пригласить всех на костюмированную вечеринку. Всех, кроме Рюка и Боти. Она должна увидеть наш подарок. Но как? Молли ведь нас не пригласила. Нам просто надо придумать такие костюмы, в которых нас никто не узнает. Только где бы их взять? Отличная идея, Ботя! Кажется, она ушла. Привидение трусишки. Я сразу вас узнала. Кларк и Малена! Идем дрыгать ямками. Ну, а почему бы и нет? Кларк всегда готов дрыгать. Так нечестно. Почему я глупая Малена? Дурацким Кларком тоже быть не очень. Эй, Малена не глупая. И Кларк не такой дурацкий. Кларк? Малена? Ёшки-застёшки! Стоять! А ну-ка, ушли с моей! Мы принесли подарок. О! А почему такой кривой? Потому что мы готовили тебе сюрприз, но кое-кто мешал его делать. Так это и был ваш секрет? Ой. Ой. Трон-горка – это лучший подарок! А мы боялись, что из-за твоей обиды нашей дружбе конец. Просто давайте договоримся. Больше никаких секретов. А как же сюрпризы в следующий день рождения? Ладно, день рождения не в счет. Но чтобы вам было легче, я хочу нового осьминога, мармеладного медведя, колючий кактус, пиратскую шляпу,